До главного экономического события года остается всего неделя. Идут финальные приготовления к старту 4-го международного бизнес-саммита. Заканчивается регистрация участников. На данный момент их больше 3000 человек. От желающих успеть нет отбоя, говорят организаторы. Это самое крупное мероприятие в Нижегородской области, на Нижегородской ярмарке, где собирается самое большое количество наших партнеров, участников, как иностранных, так и российских, российские регионы. По несколько десятков регионов, по несколько десятков стран это собирается каждый год. Ожидаются делегации бизнес-миссии из 43 стран мира. Ключевая тема бизнес-саммита этого года – «Россия. Будущее вместе», в рамках которой организаторы объединили три кита – власть, бизнес и образование. По нашему мнению, это очень эффективная такая смесь, которая позволяет развивать экономику. И весь саммит построен именно на этом. Что касается развития саммита, то для сравнения могу вам сказать, если в прошлом году у нас было 67 мероприятий в рамках саммита, да, то в этом году 93. То есть и за долгие годы впервые нам не хватило площадей Нижегородской ярмарки. Поэтому 17 мероприятий состоятся вне стен ярмарки, в нижегородских университетах и на других серьезных площадках. Международный бизнес-саммит уже давно стал визитной карточкой столицы Приволжья. В отличие от других мероприятий подобного формата, которые проходят в стране, саммит в Нижнем Новгороде направлен на развитие экономики регионов. Мы-то берем сразу весь широкий спектр экономики страны, прежде всего региона. То есть мы больше полезны для регионов, будем так говорить. То есть мы пытаемся разработать технологии, пытаемся разработать какие-то методики развития экономики именно страны, регионов в целом. В рамках этого бизнес-саммита запланировано подписание 23 соглашений на сумму 50 миллиардов рублей. Цифра серьезная, тем более, что это реальные инвестиции в развитие региона. Это говорит о том, что люди, подписывающие такие большие контракты, на такие большие суммы, хотят сделать это на знаковом мероприятии. То есть количество подписанных контрактов – это некая ценность, что ли, саммита, что на нем хотят эти контракты подписать. Четвертый международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде в течение 3 дней – с 9 по 11 сентября.